Муниципальное предприятие «Хлебозавод номер 3» города Рязани входит в число предприятий-лидеров хлебопекарной отрасли Рязанской области. Уже на протяжении 16 лет здесь выпускают не только хлебобулочные, но и кондитерские изделия. Торты и пирожные, которые изготавливают кондитеры, могут стать как ежедневным угощением к чаю, так и украшением праздничного стола. Сегодня это особенно актуально. Хозяйкам к Новому году предстоит приготовить множество блюд, так что времени на десерт может просто не остаться. И тогда придутся весьма кстати торты, которые выпускают специально к Новому году. Подготовка к этому празднику начинается за 2 месяца. За 2 месяца придумывается дизайн тортов к Новому году. Меняется полностью дизайн тортов поточных, а дизайн тортов заказных обновляется ежегодно. Поточные торты – это те торты, которые вырабатываются на заводе изо дня в день. Однако, благодаря стараниям дизайнеров и кондитеров, в преддверии праздника они превращаются в настоящую новогоднюю сказку. Вариантов дизайна заказных тортов очень много. Например, его можно сделать в виде снеговика или же по-особенному украсить. Этим кондитеры занимаются в специальном цехе. Здесь отточенными и профессиональными движениями на поверхность тортов наносится крем, и в итоге рождается настоящее произведение искусства. Елена работает здесь уже 10 лет. В создаваемое ею изделие она старается вложить душу. Сложности технического процесса Елена уже просто не замечает, а к своей работе старается подходить творчески. Это должно, наверное, идти изнутри. То есть нравится готовить, нравится отделывать, смотреть что-то, придумывать. Помогает и технический прогресс. Так, без привлечения кондитеров на торте сегодня может появиться абсолютно любой рисунок. Это становится возможным благодаря использованию съедобных вафельных открыток. Предприятием приобретена машина для печатания вафельных открыток пищевыми красками и приобретены сами вафельные пласты. Поэтому выбирается компьютерщиком рисунок. Рисунок наносится на вафельную открытку и дальше прогоняется через цветной принтер. Помимо того, что обновляется дизайн кондитерских изделий, к празднику создаются абсолютно новые виды тортов с оригинальной рецептурой. Важно то, что вся продукция, выпускаемая на этом хлебозаводе, изготавливается только из натуральных ингредиентов – настоящего сливочного масла, сметаны, творога. А кондитеры выполняют свою работу с любовью, отчего торты становятся еще вкуснее. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».